Ми продовжуємо наприкінці тижня підбивати підсумки конкретних тижнів. Вже четвертий тиждень агресії російської розпочався. Кожного разу ми дивимося на це під різним кутом того, що відбувається. Як завжди, військовий експерт, журналіст Юліан Аксьонов. Тиждень тому, Юліане, вітаю тебе, ми говорили про ймовірну участь білоруських вояк у війні. Наразі, можливо, це не так вже актуально, але продовжимо тему, так би мовити, найманців. І не тільки з Близького Сходу, а сирійців, я маю на увазі, а й наших колишніх співвітчизників, так званих представників ДНР, ЛНР. Читаю багато інформації, що вони також долучаються. Доля їх не досить приємна. 200-300 людей просто гинуть, їх використовують як таку живу розвідку. Що скажеш з цього приводу? Конечно же, бойовые качества ДНР и ЛНР всегда вызывали много вопросов, даже тех людей, которые были структурно в подразделениях так называемого 1-го и 2-го армейского корпуса народной милиции, террористической организации ДНР и ЛНР. А сейчас то, что мы видим, это люди, так называемые на военном жаргоне мобики, то есть мобилизованные, действительно. Мы это видели, они сами рассказывают, как их хватали прямо на улице, подъезжали автобусы, запихивали туда людей, потому что все мы прекрасно понимаем, что воевать за ДНР, ЛНР, ну, бажающих маловато. А никакой военной подготовки эти люди не проходили. Если она и была, то, наверное, буквально несколько дней, так, что называется, для проформы, поэтому... Да даже взглянуть на их экипировку, просто какие-то военнопленные, эти люди, которые еще не вступили в бой, уже напоминают тех, кто оттуда вернулся. Шлемы стальные образца Второй мировой войны, какие-то непонятные бушлаты наспех, скроенные, застегнутые, перепоясанные чем-то. Поэтому, да, к сожалению... Этих людей гонят на убой, они это прекрасно тоже понимают, и среди наибольшего количества личного состава подразделений, которые сдаются вот прямо выходя на позиции вооруженных сил Украины, это и есть эти люди, да, мы видим эти кадры. Так что нельзя сказать, что, ой, да что вы, махнуть рукой. Ясное дело, что сами себя они мертвыми не сделают, будем вещи называть своими именами, и приходится потрудиться, и это стоит жизни и нашим защитникам. Но да, вы рассматривать мобилизационный ресурс ДНР, ЛНР как нечто серьезное в плане военной силы, конечно же, не приходится. Коли говоримо про ситуацію на півдні України, це запеклі бої за Миколаївщину, все ж таки із успіхом для нашої країни вони відбуваються, але також не можемо не говорити про це із величезними втратами, тому що так, це війна. Але цей тиждень пройшов таким під знаком військового аеродрому в селищі Чернобаївка. Кожного разу, коли читаю сводки, і наші офіційні, і менш офіційні, кожного разу щось туди прилітає на складовище військової техніки країни-агресора. Як ми можемо це пояснити? Я розумію, що десь, можливо, там військова там безграмотність, але вперше, вдруге, втретє, вшосте вже. Яка у тебе є інформація, якою ми можемо ділитися? Коль ты упомянул юг, давай немножко о юге, так, а потом в Чернобаевке. Да, действительно, сейчас после уже 2,5 недель боев вырисовывается тактический замысел, который был у этой группировки. Была у нее сложность. Согласно оперативному искусству и тактике военных действий, наступать сразу на расходящихся, я вот покажу, чтобы зрителям нашим было понятно, расходящихся направлениях всегда сложно.
Обычно это делают на сходящихся направлениях. Так вот, эта группировка разделилась на две части. Одна пошла в сторону Мариуполя через Херсон, вторая наступала на юг с перспективой взятия Николаева и выхода к Одессе. А если у группировки, которая наступала на Мариуполь, все более-менее, к сожалению, для нас получается, но перед Мариуполем она остановилась, город держится, то та группировка левофланговая, будем так ее назвать, которая ушла на Николаев, встретила ожесточенное сопротивление, поняла, что Николаев сходу взять не удастся, и решили идти через северо-запад, если быть точнее, на Вознесенск. Там их тоже радушно встретили, они поняли, что и там не пройдут, и просто отступили, и если ты или наши зрители видели эти карты, то действительно не соответствует правде. Враг очень, ну не то чтобы прямо мы его откинули там ого-го насколько, но тот потенциал наступательный уже исчез, и пока можем говорить, что какой-то серьезной угрозы массированной атаки на Николаев или Вознесенск уже нет, потому что силы отброшены, и даже появилось видео, как они группировались, уходили в Херсон. А Чернобаевка. Получается так, что, судя по всему, у россиян больше нет возможности где-либо хранить свою технику, не просто хранить, а обеспечить ее взлет и посадку, устроить аэродром. Полевой аэродром они не разворачивают. Ну, не знаю почему, наверное, затратно, а может быть, они его с собой не брали и ждут, пока он придет. Они действуют по лекалам старых советских учебников тактического мастерства. Если ты видишь какую-то твердую поверхность, срочно ее занимай, потому что она тебе пригодится. Ну, вот так они и действуют. Еще раз повторюсь, ближайших аэродромов у них нет. Поднимать технику, даже вертолетную, из Крыма, ну, видимо, затратно, решили так называемое плечо сократить, подлета, подскока, и разместились в Чернобаевке. Ну, один раз накрыли, второй раз, третий, да, вот уже шестой раз, и уже погибает, уже пятый, кажется, генерал. Ну, если людям нравится умирать и терять технику на одном и том же месте, пожалуйста, продолжайте, нам только в плюс, нас это только веселит. Ми бачимо, що кількість генералів загиблих з боку країни-агресора, ворожих вояк з таких статусних, більше одного, більше двох. Я так розумію, що вони гинуть при різних обставинах, але все ж таки в моєму такому цивільному рожевому світі генерал – це людина, яка весь час сидить десь, ну, якщо не в бункері, то в безпечному місці щось там керує, в неї там карти, плани, вона проводить якісь там літучки, дає накази. І, ну, плюс-мінус так. Але вони мруть у росіян. Вони теж активні учасники бойової цієї всієї театру бойових дій. Щось определенно сказати сложно. Судя по всему, остается только размышлять в такой логике. Да, действительно, ты прав. Генералы все-таки это не рядовой, который совсем на острие, а намного подальше. Но вопрос, насколько подальше, особенно в наших условиях. Большая часть генералов погибла не потому, что шла в атаку наперевес с триколором, а потому, что были накрытые штабы. Разворачиваются они километрах 50, 70, может быть 100. Благо у нас есть оружие, которое может доставать на такую дальность. Накрываются эти полевые штабы или ПКП, как их еще называют, передовые командные пункты, где как раз заседает весь этот генералитет. Судя по тому, что они зачастили, видимо, генералы прибывают туда с разными миссиями, с разной целью. Либо это разобраться, почему остановились, а почему такие потери, либо как-то надохнуты,
Может быть, даже вручить какие-то медальки, бумажки. Молодцы, солдаты Рейха, идите вперед. Самое интересное, это, конечно, когда, и он подтвердился, были фотографии, уже не упомню фамилию, когда генерал-майор, если не ошибаюсь, в Мариуполе был убит, а там контактные бои. Там никто не говорит о том, что где-то был штаб, его накрыли. И значит, генерал среди солдат на передовой для российской армии сейчас это нормальная вещь. Ну, возможно, опять же, человек прибыл, чтобы посмотреть собственными глазами и высшему начальству доложить, а в чем проблема. Почему буксуем, почему ничего не происходит. Ну, вот и доложил. Правда, уже небесному штабу. Це не може не радувати, звичайно. Ще на цьому тижні дуже багато попереджень і для нас, цивільних, і для журналістів, і для всіх тих, хто активно коментує атаки на українські об'єкти інфраструктури, жилі, масиви. Ми бачили, що цей тиждень російська армія, вона вибрала таку тактику нічних бомбардувань, коли немає просувань бойових таких батальйонів, інших бригад, вони метелить і гатять вообще взагалі по домівках, по жилих масивах. Ну, ми це бачили вже. Це така, такий путінський почерк 99-го року, коли люди сплять, їм прилітає, і вони вже не якщо вони не в бомбосховищі, вони не просипаються. Але все ж таки, ми бачили дуже багато попереджень не публікувати, не говорити адресу. Ну, ми бачили, що прилетіло навіть там раднику міністра внутрішніх справ Антону Геращенку, іншим людям. У мене питання. Ми живемо все ж таки в 21-му сторіччі, 22-й рік. Невже всі ці, ну, балачки, там, гарячі емоції, ось прилетіла в Київ, така-та адреса, поруч, то-то і те-то. Невже вся ця інформація може використовуватись також ворогом? Все це, що відбувається на телебаченні, в соціальних мережах. Я думав, що там десь працює розвідка, всі все там знають, там щось підковірні якісь ігри, а ось тут хтось там щось ляпнув, і це вже ворог бере на замітку. Вже це теж працює ще. Да, к сожалению, эта тема рабочая, потому что, ну вот представь себе, ты же наверняка слышал, когда задержали скрипача в, кажется, Ивано-Франковске, он корректировал огонь именно по аэропорту Ивано-Франковск. Так вот, собственно, все те, кто постят эти видео. Вопрос, да, когда это делается, что указывается, насколько детализированная информация, это имеет значение. Но действительно, когда это происходит буквально в считанные минуты, даже часы после обстрела, конечно же, это информация для тех, кто запускал эту ракету. Ага, 30 метров вправо, 30 метров влево. Надо еще понимать, что сейчас, вот как помнишь, шпиономания была с метками. Действительно, есть люди, которые этим занимаются. Но видеть каждого, в каждом, вернее, шпиона, который пришел во двор к тебе, не навестит родителей, а ставит метку, ну, тоже как-то. И здесь присутствует и этот фактор. Люди все на взводе, люди нервничают, и каждый хочет быть полезен, и поэтому, возможно, видит опубликованную информацию и видео и тут же нападает на автора этого контента, дескать, а что ж ты делаешь? Надо разбираться в каждом конкретном случае, но от себя порекомендую людям, ну, не занимайтесь вы этим, но увидели, что работает ПВО, и отлично, отлично, это работает наше ПВО, не снимайте, мы все прекрасно понимаем и слышим, что оно работает, откуда оно работает, ну, вот пусть об этом никто не знает. Постить, я понимаю, что это тоже своего рода и государственная политика, потому что нам нужно продвигать, как модно сейчас говорить, месседж о том, что происходит, какое лицо приобрела эта война, которая задумалась как специальная военная операция, на самом деле оказалась войной. Нам нужно показывать эти фотографии, эти видео, прежде всего Западу, от которого мы ожидаем более активных действий. Но я же понимаю, что этим занимаются специальные люди. Ну, наверняка же в офисе президента и об этом позаботились. Давайте дадим это на откуп, скажем так, дипломатии нашей.
А так каждый будет бегать, фотографировать и, ой, смотрите, в мой дом прилетело. Ну, сделай это чуть позже, пожалуйста, сделай это чуть позже, потому что ты точно такой же появляешься корректировщик. Если люди не верят в это, вот ты сказал 21 век, что, дескать, ну, кто так корректирует артиллерию? Да нет, дело в том, что мы воюем против страны, для которой 21 век вооруженных силах наступил частично. И каких-то объективных средств контроля за прилетом у них нет. У них нет такой спутниковой группировки. А даже если бы она была, перенацелить спутниковую группировку для того, чтобы корректировать огонь по конкретному дому, так не делают. Поэтому, люди, пожалуйста, действительно не помогайте врагу и знайте, что каждая информация, даже запущенная или опубликованная в благих намерениях, может использоваться вот как те самые права в суде зачитывают против вас. Ну, против не вас лично, а против нашей страны. Поэтому, пожалуйста, да, будьте внимательны. И если еще раз требуется подтвердить догадки какие-то, как люди интерпретируют этот факт, или несенитницы, то нет, не работайте корректировщиками. Ще таке питання, я так розумію, воно і не прогноз, і взагалі, на жаль, не найближчих тижнів. Ситуація щодо тимчасово окупованих в 22-му році наших міст і обласних центрів, містечок, я маю на увазі там Мелітополь, Бердянськ, Херсон. Я спілкувався з журналістами, які там працюють, намагаються працювати. Тобто, там така цікава ситуація. Там люди налаштовані нормально, там, ну, дуже напружено, але у них з кожним днем у них все більше питань, коли нас прийдуть там звільняти, коли там це, можливо, там закінчиться, а що буде завтра. Ми розуміємо, що люди там, які без зброї, вони постійно не можуть виходити на мітинги і демонструвати, що вони українці. Ми все добре знаємо, ми розуміємо, що це наші співгромадяни, які розуміють, хто ворог, а хто ні. Але я все ж таки дуже переживаю, що там пройде там тиждень, два-три, у людей закінчиться не тільки там ліки, їда, щось інше. Психологічно можуть зламатися. Ось в чому питання може бути. Так, в чому твій питання? Так, я поділився своїми думками щодо цього. Ми не знаємо, що у нас там Генштаб, які у нього там позиції, думки. Яким ти бачиш визволення Херсону від наїдників? Вони самі підуть, чи, можливо, навіть щось буде таке яскраве і страшне? Сложно заглядывать даже в не такое далекое будущее, особенно когда с Мариуполем такая ситуация. Конечно же, хочется верить, что придет время для проведения операции по деблокированию. Но да, очень много нюансов. И, к сожалению, проведение всяческих спецопераций, военных, невоенных, или просто передислокация войск, это не так, вот как в футболе. Мяч у вратаря в руках, он бросил, и началась новая атака. Нет. Здесь надо учитывать очень много факторов, особенно по югу. Проблема в том, что задействовать эффективно весь спектр вооружений, включая авиацию, на юге мы не сможем. В Крыму развернута очень сильная, чем плотная группировка ПВО. Она очень легко, она покрывает весь юг, и особенно те названные тобою оперативные направления. Задействовать авиацию будет очень сложно. Во-первых, невозможно, скажем так. Второй момент. Ближайшие войска находятся в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Они сейчас скованы боями, и выделять какую-то часть для того, чтобы помочь Мариуполю, тоже не приходится. Ближайшие части резерва, которые могут подойти, находятся в нескольких сотнях километров. Опять же, это колонны, которые легко будут, вот точно так же мы получим то же самое, что мы делали с россиянами. И продолжаем здесь работать. Продолжаем. Продолжаем, да, но поменялась немножко тактика, мы так чуть позже можем это обсудить. Так. Поэтому
Скорее здесь будет такой момент, когда наступит коренной перелом на других направлениях, мы будем понимать, что угроза северу прежде всего, она миновала. Ну, идеальный вариант, когда мы их оттеснили за государственную границу. Придется, конечно, часть средств и сил оставлять на том направлении, но какую-то уже очень боеспособную часть наших войск мы сможем перекинуть на юг. Поэтому я не могу ничего сказать людям из Херсона и Мариуполя, кроме как слов поддержки и банального «держитесь», но они и так это делают без меня. Ну, все ж таки, є різниця між Маріуполем і Херсоном. То чому я саме на Херсоні робив акцент? Тому що принаймні люди живуть в квартирах. Да, Херсон уже взят, і не стоїть вопрос його уничтожения, тому що там повне домінування. Ну, кстати, к слову, я понимаю, що це такое незначительное успокоєння, но часто вижу, що люди очень сильно путают и пугаются из-за этого. Когда вы видите на экранах своих телевизоров или гаджетов вот ту карту, которую рисует Генштаб России, где весь юг окрашен красным, опять же, это дань традициям советской картографии. Потому что мы должны понимать, что войска контролируют дороги. От этого, конечно, нам не легче, но у вас должно быть понимание, что если войска дошли до того же Херсона, это не значит, что в селах, в пригородах этого города они поставили свои гарнизоны. Я уверен, что есть населенные пункты в этих областях, которые россиян с 24 февраля еще не видели. Но на карте они уже обозначены красным сплошным цветом, будто бы они контролируют. Сил и средств делать у них нет. Нет, оставлять в каждом селе, поселке какой-то минимальный гарнизон, ну так у них все закончится скоро. Поэтому я не знаю, возможно, наше политическое руководство должно договариваться банально о том, чтобы туда заезжали, пожалуйста, обыскивайте, проверяйте, но дайте людям заезжать продукты. Гуманитарная миссия. Да. Только так. А военный вопрос проведения военной операции по деблокированию городов Юга – сложная тема. Так, я хочу ще таке питання поставити. Я іноді, ну зараз не вистачає здоров'я читати все це, всю цю нісенітницю з боку Генерального штабу Міноборони Російської Федерації, але кілька днів, можливо, навіть минулого тижня, читав таку сводку десь на якомусь пабліці російському, ось доповідає там хтось на кшталт цього Конашенкова незрозумілого. Так ось він пише: російські війська просунулись в такий-то населений пункт, такий-то, взяли такий-то пункт, і всі ці пункти, звичайно, вони географічно розташовані на території Донецько-Луганської областей. Тобто третій тиждень російська армія скормлює своєму населенню, яке це цікавить, яке це читає, що вони вже три тижні звільняють села. Скільки ж цих сел? Я так розумію, що вони карту Донецької, Луганської областей збільшили до всього глобусу. У них такий глобус Донецька, Луганська, і вони беруть по 2-3 села, можливо, щось вони вигадують навіть. Ну, це так, можливо, якесь так заспокоєння, але ж вони не будуть звітувати перед населенням Російської Федерації, що вони там офіційно беруть Херсон, офіційно там Бердянськ, Мелітополь. Як то кажуть, ми тебе зачем посилали? Це ж спецоперація на Донбасі. Ось таке моє спостерігання було. В відсутствии реальних побед, надо же что-то электорату рассказывать, поэтому да. Причем, кажется, Георгий Тука, бывший глава Луганской, извините. Да, военной администрации, подметил это, когда тоже прокомментировал заявление Генерального штаба Российской Федерации, что взяты три села, он
говорил, что на 2001 год там проживало что-то чуть ли не... Я уже боюсь этот порядок цифр, но 10 или 30 человек, так, в общем-то. Так, читал. Причем взятие сел, наверное, выглядело так, они просто мимо них проехали. И, ну, физически, да, они взяли под контроль, но туда не заходили. И уперлись там где-то в Рубежное, допустим, или в тот же Мариуполь. Но вот мы эти села проехали, давайте запишем, потому что показывать нечего. Я вообще удивлен, почему не задействованы вот эти вот мощности Мосфильма с их огроменными павильонами, где можно было бы быстро картонные декорации создать въезда в какой-то город, как меняются флаги, куда это все делось, я не знаю, потому что, ну, славилась раньше, славилась российская традиция пропаганды делать подобные вещи. Сейчас как-то упускают этот момент. Да, так, я згоден, але все ж таки для більшості населення Москві і всіх тих, які там живуть там за Самарою, там Красноярськими, такими іншими, для них йде денацифікація все ж таки сходу України, ну, там півдня сходу, тому коли їм покажуть, що російська армія веде нас тут там, на Київ, там на інші міста, буде такий легкий шок. Ми ж там все ж таки спецоперація саме на Донбасі. Але це зрозуміло, більш-менш. Які спостерігання за тактикою ворога цього тижня помітив ти? Во-первых, вони поняли, що гнати кілометрові колони не стоїть. Стали робити це по-другому. Розбивають на кілька, буквально кілька машин і передвигаються ночі. Второй момент під Києвом. Видели мы все эти спутниковые снимки, а может и с дрона, как они окапываются. Но о чем первое, что свидетельствует? О том, что наступательного потенциала уже нет. Когда он будет, неизвестно. Когда придет подкрепление, неизвестно. Второй, не самый лучший для них фактор того, что они из подвижной, более-менее подвижной цели превращаются в стационарную. Значит, корректировать огонь по ним становится еще легче. И благо у наших артиллеристов большой донбасский опыт, и делать это будут очень быстро. Поэтому не совсем понятно, а что же все-таки по большому счету сейчас происходит. Да, мы понимаем оперативная пауза. Но оперативная пауза, которая затянулась чуть ли уже не на полторы недели. И это, кстати, косвенно подтверждает то, что цифры потерь, озвученные нашим генеральным штабом, все-таки близки к реальности, если даже и кто-то подозревает в приписках военных. Ну, извините, если бы... Ну, будем отталкиваться... Хорошо, возьмем цифру в 500 человек, да, озвученную вражеским генеральным штабом. Но мы же понимаем, что эти 500 человек потеряны сразу на пяти направлениях. Это не единоразовые потери одного подразделения, которое, конечно же, взяло и стало. Потому что, ну, 500 человек потеряли. Но, извините, на таком фронте, на таком театре военных действий потерять 500 человек, хорошо, 1500 или 2 к ним раненых, и что, и так сильно остановиться? Тоже нет. Поэтому слухи о возможной мобилизации в России, да, она шла, так называемая, скрытая мобилизация, когда втихую отправлялись повестки, но есть данные о том, что она провалилась. Решится ли их президент объявлять открытую мобилизацию? Большой вопрос. Тогда термин специальная военная операция как-то теряется. Да и народец, который уже изрядно потолкался в очередях за сахаром, ну, наверное, уже не так будет стремиться на фронт, понимая, что, ну, что-то тут не то. Сирийские, я даже не знаю, как их назвать, ополченцы, усиления или так далее. Тоже очень большой вопрос. Первый момент, а как ими управлять? Надо много переводчиков. Второй момент, эти люди не проводили свои боевые будни в боях подобного рода.
Да, они привыкли наступать при большой поддержке России артиллерии и авиации. Они воевали против группировок, которые не отличаются какой-то серьезной дисциплиной и тактической выучкой. Поэтому, ну, даже если сюда и кто-то заедет, я сомневаюсь, что это будет те озвученные 16 тысяч. Но даже если заедет 1600, ну, погоды они не сделают. Ще питання на останок тюз поставити щодо полонених. Ми обговорювали минулого тижня, що вони говорять взагалі. Вони, ну, майже такий готовий матеріал для того, щоб піти в трибунал військовий таке інше. Плюс-мінус тисяча їх є. Ну, припустимо, що когось на когось там міняють. Там була інформація від офісу президента, що 9 строковиків поміняли на мера Мелітополя. Я це все розумію, не засуджую. Там дуже багато гарячих голов, які у нас в цей тиждень з'явилися. Вони рекомендують, як там воювати, рекомендують, чого тут поміняли, а тут не поміняли. Ну, це зрозуміло. Все ж таки, четвертий тиждень у багатьох з нас їде дах. Психологічно також. Ми не можемо обговорювати кожного першого, хтось там щось там дає наради. Але припустимо, 1000 чоловік їх. Десь зараз потрібно всіх тримати. Читав сьогодні інформацію, що там при тюрмах і СІЗО щось там створили, створюється якась там територія, де їх утримують, але не всіх. Але ми бачимо, що війна, на жаль, вона затягується, так, кількість полонених буде теж зростати. І це таке, ну, не те, щоб гуманітарне питання, але таке гуманне питання, так? Щоб вони і дожили, щоб у них були і харчі, щоб вони бачили, і їх рідня бачила, що тут їх, ну, все ж таки не катують. І це питання, чи буде воно вирішене, ну, якось так нормально, не ідеально, а нормально, в твоєму розумінні, щодо цих полонених. Ну, да, это же в наших же інтересах показати, що ми на стороні сил добра, и тем самым еще и подтвердить, что мы сторонники международных соглашений и правил ведения военных действий, той же Женевской конвенции военнопленных, которая предписывает содержать их в специально отведенных местах, лагерях, кормить, оказывать психологическую и медицинскую помощь. Ну, в общем, вести с ними себя, грубо говоря, нормально, это я упрощаю, просто с учетом того, что люди выбыли с поля боя, а такие они, в принципе, такие же, как и мы. Ну, насколько это сейчас доречно, не знаю, учитывая чувства людей, которые потеряли родных, близких, дома. Но я думаю, да, что-то найдется, да, господи, да даже тюрьмы СИЗО, да вот в поле палатки поставить, обнести колючей проволокой взвод охраны, и вот тебе уже лагерь для военнопленных. Ну, поэтому ничего сложного, я думаю, здесь не будет. Вопрос только в том, что иногда, наверное, отвлекаются люди с фронта для того, чтобы их охранять, пока кто-то за ними не приедет, какие-то те же ресурсы, кормить их и первую помощь оказывать, ну, это да. А так, я не думаю, что будет какая-то большая проблема. У нас не так много территорий захвачено, чтобы мы не могли себе позволить где-то развернуть даже несколько лагерей для военнопленных. Отже, дякую, Юліане. Ми обговорили основні питання, де є важливі. Я так, з твого дозволення хотів би ще одну тему затронути, тому що мені вона, да і всім нам вона близька. В последние несколько дней я вижу в среде наших коллег и одесских политиков, назовем их так, разного гатунку, слишком, как это правильно сказать, присутствует такая недооценка угрозы Одессе. Так.
Потому что как-то высказываются в ключе, да пусть суд только сунутся, мы им покажем. Я бы так не хотел, чтобы людей успокаивали. Я все-таки сторонник того, чтобы говорить какими-то цифрами и фактами. Потому что, ну, иначе мы повторяем нарративы вражеской пропаганды. Так вот, уважаемые коллеги, давайте с вами начнем считать. Сейчас Черноморский флот путем сбора больших десантных кораблей из других флотов накопил их аж 11. Это примерно те же 10-11 ротно-тактических групп, а значит, это 3 батальона тактические группы. Это только первая волна. А есть еще подразделения, которые могут высаживаться на любых посудинах. Это такой будет своеобразный Дюнкерк. Лишь бы довести до места высадки. Поэтому я еще раз призываю, не бояться, но недооценивать нельзя. Все-таки 3 батальона тактические группы только в первой волне. А в кількості, Юліане, в кількості... Ну, это под 2000. Плюс техника. Поэтому давайте говорить иначе. Когда мы увидим, что в море вышло не 14 кораблей, а намного больше, вот тогда стоит нам опасаться. А такие возможности есть? Конечно, есть. Конечно, потому что Россия, к счастью, где-то для нас очень много денег вкладывала, в том числе и на флот, который сейчас большой роли не играет в проведении сухопутных операций, как мы понимаем. Вот. Второй момент. У нас не так много оружия дальнего действия на море. То, что мы видели подбитого Быкова, и то непонятно, как он подбит, насколько разнится информация, он утонул или не утонул. Его отработали то ли с градов, то ли со смерчей. Делают это вот потому, что ну, других средств нет. Это не совсем как бы эффективно. Ну да, важный момент, важный аспект. Смысл высаживать десант на Одессу или в пригороде Одессы есть только тогда, когда сухопутная группировка уже подошла к Одессе. И значит, удар будет с двух сторон, и можно наши силы растянуть. Пока этого не происходит, вот эти все сообщения о том, что в море вышло, можно расценивать как своего рода провокацию. Но мы с тобой сейчас обсуждали не к ночи упомянутую Чернобаевку. Так вот, ничего не гарантирует того, что командование Черноморского флота не совершит такую же тактическую, дебильную, я не побоюсь этого слова, операцию, как высадка десанта. То, что перспектив подобной операции нет, это понятно. Но вопрос в том, что какие-то силы могут сюда дойти. Завяжутся бои. Так вот, мне не очень-то понятно, когда люди, которые в случае, не дай бог, возникновения подобной ситуации, не окажутся в первых рядах, не они будут, они сидят и рассказывают, хе-хе, ха-ха, да мы сможем и так далее. Оперируйте, пожалуйста, фактами, оперируйте цифрами. Не надо вот попусту говорить, мы победим, потому что мы просто победим. Мы победим? Двоеточие. Пожалуйста, перечисляйте, почему. В продолжении темы десанта. Никто из нас не может заглянуть в голову командования Черноморского флота и лично Путин. Если завтра будет такой приказ, его проведут. Да, есть, конечно, разные мнения и разная поступает информация о том, насколько мотивирована та самая группировка, которая сейчас в Крыму и ожидает вот этой команды. Была информация о том, что взбунтовались не то 600, не то 800 срочников, морских пехотинцев, которая подтвердилась. Ну, их уже оперативно заменили и распределили по разным частям. И взамен, может быть, кто-то другой им придет. Поэтому, пожалуйста, давайте без вот этих вот победных реляций еще до начала, собственно, боев.
То, что нас будут провоцировать, вчера мы слышали все эти очереди, пролетами беспилотных летательных аппаратов, действиями авиации, корабельная артиллерия. Да, слово «корабельная артиллерия», ну, тот обстрел, который велся, если верить полковнику Марченко, 90 снарядов, корабельная артиллерия далеко не бьет в силу своих особенностей. У нее не такие длинные стволы и не такой большой калибр. Но попортить нервы она может, особенно людям, у которых дома в прибрежной зоне. Рассматривать это как начало какой-то военной операции тоже нельзя. Поэтому мы живем вот в таком ожидании. Одним хочется уже вступить в бой, другие говорят, ой, слава богу, что у нас тихо. И вот этот вот торг мнений происходит и зарождается не совсем правильное понимание происходящего. И мои коллеги звонят на 20-й день войны, когда куча сообщений было, что вот-вот летит десант, уже высаживается чуть ли на Приморском бульваре, спрашивают, а что ты думаешь, а как ты думаешь, потому что силами наших коллег создается вот этот информационный шум, в котором люди не могут разобраться. Поэтому, пожалуйста, еще раз, как бы вы ни относились к этим людям, какие бы блестящие материалы они не делали до этого, кстати, обратите внимание, что эти материалы не касались военной тематики. Доверяйте генеральному штабу. Приходится, я понимаю, что это звучит как читайте только официальные сообщения и газеты, и люди, да не, ну там же только врут. Но в данной конкретной ситуации, да. Десантная, повторюсь, десантная операция имеет смысл только тогда, когда к Одессе подойдут сухопутные войска. Благо держится Николаев, благо держится Вознесенск, и войска оттуда еще и отброшены. Вот когда там начнутся проблемы, вот тогда нам стоит задумываться. Поэтому та корабельная группировка, кстати, уже есть информация о том, что, кажется, капитан порта Сочи в своем распоряжении, не то, что не распоряжении, а рапорте, назовем это так, сообщил о том, что якобы 420 мин, которые поставили наши ВМС, сорвало штормом, и они гуляют по Черному морю, поэтому, мол, смотрите осторожно. Но тут же з'явилася інформація від нашої сторони, що це заміноване море, це прохід до Босфору, ну, майже від Одеси до Босфору, називаємо це так, а це вже там російські вони. Ну от, і поэтому вопрос, а як будуть вичислять, где є міни, где нет, ті самі десантні кораблі? То есть тут тоже непонятно. Если вы готовите десантную операцию и выбрасываете 420 мин в хаотическом порядке, ну, тогда плывите и подрывайтесь на собственных минах. Поэтому это тоже в пользу того, что десантная операция, как минимум, сейчас ее план отложит. Дякую за важливое уточнение. Будем спостерігати за тем, что происходит в нашей стране. Будемо бажати успіху нашим військовим, терпіння, сил цивільним. Всі працюють на один результат, всі види озброєнь, військ, інформармія, IT-армія, тилова армія, у всіх є одна мета. Дякую, Юліане, що нам роз'яснюєш нам, що взагалі відбувається в цьому світі. Спасибо тебе за эту возможность. Так, до зв'язку. Тримаємося.